004. Сколько у вас наблюдателей? Пробелы в инфо, да? Да. Наблюдателей у нас 11. А, я по записи 15. А кто еще есть? Кто-то из прессы или кто? А вы, да, ну, у нас два экзит-кола есть. Организация, сейчас скажу, где она там называется, «Континент», международная правозащитная организация «Континент». Ага. Есть 12, получается. Нет, 11, потому что тут вот просто записали два раза, 11, я правильно вам сказала. Каково их мнение, не высказывали, нет? Ну, вроде как никто ничего не жаловался, все нормально. Какие-то интересные моменты были у вас, может быть? Кто-то паспорт забывал, не знаю. Нет, подходили, просто спрашивали как бы консультацию. Какую? Значит, пожилая женщина прописана в Лесках, где-то там вот в том районе, 101 год. Вот, а проживает здесь у родственников, можно ли проголосовать здесь? Угу. И объяснили, что нельзя. Может быть, умершие люди есть такое, что реестр не сработал правильно? Пока нет. Ничего не забывали? Очки забыли. Паспорт в урну не бросали? Ну, говорят, вместе могут иногда бросить в таких потом случаях. Потом будем проверять. Пока еще мы не знаем. Какие-то жалобы у самих людей были? Вот как, по вашему мнению, как их настроение сегодня? Ничего такого сверхъестественного не было, как всегда. Много людей вот за полдня, которые нет в реестре? Нет, в реестре нету таких у нас. У нас нету. Все приходят, те, которые не есть. Угу. Активность, на ваш взгляд? 20%, больше, чем в городе. На 12 часов было 20.66%. На 12 часов. Я поняла. Я сказала на 20. Нет, ну я поняла, что на 12. На 12 часов. Ваше мнение? Ну, по сравнению, вы, наверное, не первый год работаете? Да, не первый год. Это как и в те годы, как и раньше. То есть ничего не изменилось? Ничего, нет, не поменялось. Активность нормальная. По сравнению с маем? Такая же самая активность. Угу. Как на президентских выборах, да? Все то же самое, так же приходят, ничего такого. Ничего такого. Молча. Пришли быстро. Ну, и ушли. Не было никаких эксцессов, не было вообще. Ну, не было ничего сказать, ничего нет. Все хорошо, все нормально.